Полшестого утра около сотни сотрудников предприятия «Чистая Анапа» приводят город в порядок, расчищают улицы и тротуары от снега. Все пешеходные зоны посыпаются песко-соляной смесью. Противоскользящим материалом обрабатываются и проезжие части города. С этой задачей справились 3 единицы техники. Также на дорогах работали и снегоуборочные машины. Трудностей не было никаких, мы были готовы, потому что вчера нас предупредили, что будет, начнется ночью снегопад. Машины вышли работать в 9 часов вечера, они уже были готовы, потому что машины были заправлены песко-соляной смесью, и бригады приступили к очистке в 10 часов вечера уже города. По прогнозам синоптиков, минусовая температура продержится до конца недели, однако обильных осадков больше не ожидается.